Твери подвели итоги конкурса «Дом, в котором мы живем». В числе победителей – жительница дома номер 48 по улице Паши Савельева в микрорайоне «Юность». Она уже не первый год разбивает красивый цветник около своего дома. Тем продолжит наш корреспондент. Розы, лилии, флоксы, каких только растений нет на этой клумбе. Более 10 лет разные цветы радуют жильцов на улице Паши Савельевой. Всем этим занимается Мария Берсенева. Она старается каждый год создавать разные композиции на клумбе. Если посмотреть, то они у меня группами. Потому что если посадить вот так вот в ряд, ну я так не люблю. Я высаживаю так, чтобы она смотрелась и с этой стороны смотрелась. И чтобы это было... И в один сезон цветет, вот этот уголок цветет, дальше другой цветет. Тот украшает просто зеленью. И литературы прочитано много, чтобы красиво было. Победителей конкурса отбирала специальная комиссия. Они оценивали клумбы по нескольким критериям. Например, обращали внимание на площадь самого двора и количество жителей, которые принимали участие в оформлении цветника. Сама цветущая клумба, то есть ее территория, количество участников, которые приняло в облагораживание этой клумбы цветущей нашей. Ландшафт, значит, смотреть, какой, как оформлено, чтобы было не только на одном уровне, но было разноплановое. Многие горожане стараются, чтобы участок рядом с подъездом их многоэтажки выглядел как можно красивее и опрятнее. Тем более, что добиться этого можно своими силами. Там, где жители сами заинтересованы в этом, где хотят жить в красоте, там они принимают активное участие. Не сидят по домам, не сидят там и говорят, что кто-то должен это сделать. А те, которые, у которых есть желание, у тех и получается все. Напомним, что конкурс на лучший цветник среди жителей многоквартирных домов проводится ежегодно.